Всем добрый день! В этом видео хочу вам рассказать о полезной подпитке, которую стоит дать всем комнатным растениям и цветам, в том числе пеларгонии и герани. Такую подпитку полезно особенно дать в феврале, ведь растения все еще испытывают нехватку солнца. В результате процесс фотосинтеза в листьях ухудшен, растения испытывают нехватку питательных веществ, иммунитет их понижен, они хуже растут и цветут. Поэтому, чтобы помочь нашим цветам, взбодрить их и придать им сил, можно приготовить подкормку, используя аптечный глицерин. Глицерин для растений является источником энергии, которую растения накапливают и используют при неблагоприятных факторах и нехватке питательных веществ. Также глицерин повышает сопротивляемость растений к различным заболеваниям. Чтобы приготовить раствор для подпитки, нужно в 1 литре воды развести 2 чайные ложки препарата. Раствор нужно хорошо перемешать, после чего им можно сделать опрыскивание по листьям. На этом пока все. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.